Всех приветствую, дорогие подписчики, дорогие друзья, с вами Александр. И сегодня в этом видео мы рассмотрим восстановление прошивки на iPhone 5 16 гигабайт до заводского состояния через режим DFU посредством обычного кабеля, который идет в комплекте, и компьютера с установленной системой Windows. Итак, для начала скачиваем программу iTunes, устанавливаем ее на компьютер и запускаем ее. В данном случае я уже это все сделал. iTunes вы найдете на apple.ru. Скачали программу, запустили ее. И теперь берем iPhone. В данном случае у меня iPhone черного цвета. Вот такой, пятой модели. Это не 5S, это 5. Так. Берем кабель. Вставляем его в iPhone. И другой конец вставляем в компьютер. Все, вставлю. И у нас происходит зарядка, если устройство включено. Если устройство выключено, то получается оно автоматически включается. Но это нам не важно. Это нам не мешает. Итак, самый важный момент. Для того, чтобы перевести устройство в DFU режим, зажимаем кнопку Home и зажимаем кнопку включения. Зажали. Держим. Держим, пока дисплей не отключится. Как только дисплей отключился, отпускаем кнопку и продолжаем держать кнопку Home. До того момента, пока в iTunes не вылезет сообщение. Вот оно, вылезло сообщение, что iPhone обнаружил, iTunes обнаружил iPhone в режиме восстановления. Необходимо восстановить этот iPhone перед использованием с iTunes. Соглашаемся с этим. И у нас в меню iTunes есть два выбора. Восстановление iPhone. Первая функция обновить, которая неактивна, она нам совершенно не нужна. И восстановить iPhone. Вот здесь вот. Нажимаем «Восстановить iPhone». Нас предупреждает iTunes заблаговременно, что мы должны были сохранить все фотографии, SMS и так далее, так как все-все полностью будет удалено, и iPhone будет полностью чистый, как с завода, как вы его покупали. Итак, нажимаем «Восстановить и обновить». И все, и происходит процесс извлечения ПО и так далее. Сейчас iPhone должен включиться. Да, вот он включился. И будет такая полоса загрузки, вот тоненькая такая. Все, это значит, у нас все корректно определилось, как положено, и iPhone восстанавливается. Как только он восстановится, это занимает порядка 5-7 минут, не больше, я снова вернусь к вам. Итак, устройство почти что восстановилось. Ждем перезагрузки. Так, ждем. В программе iTunes появляется сообщение, что сим-карта защищена пин-кодом. Это если на сим-карте стоит пин-код у вас. Все. Можно теперь разблокировать. Так, пин-код вводим. И все, перед нами рабочий стол с приветствием. То есть настраиваем, ну как надо, выбираем язык и так далее. Все, на этом процедура восстановления закончена. Всем спасибо, подписывайтесь на мое видео. Все, всем пока.